Так, лечение, пожалуйста, подлечите мою жопу дырявую. А то продырявили меня маленько. Так, сейчас, я вернусь в бой, Блять, ненадолго я вернулся в бой. Ладно. Ладно, допустим. Всем огромный привет, меня по-прежнему зовут Артём, это канал Атом Шоу, и добро пожаловать в новогодний Enlisted. Тоже обновился, тоже елочка вон там стоит справа. Все красивенько, все прекрасненько. Давайте попробуем, давайте поиграем, давайте посмотрим. Я снес. Ой, что-то там залагало. Сейчас кого-то пришибет этим столбом нафиг. Ну ладно. Меня это не волнует. Ну, добрый день, в чем ты там застрял? Ты на танке, ты проехать не можешь. Вот, молодец. Ну ты что застрял-то? Ты в чем застрял? Опа, врага вижу. Подожди, тихо. Наводочка пошла. Оп. Блять, ни по кому не попал. Просто вообще косоруки. Да что ж ты. Не, ну это что-то какой-то вообще трындец. Так, подожди, как переключиться? Сменить режим обзора. В чем я застрял? Объясните мне. В чем ты застрял? Ты на танке, алло. Василька. Василечек. Ты здесь проехать не можешь? Ты, может, проедешь все-таки, как считаешь? Как будто бы надо бы. Ну давай ты, ну что ты, ну ты можешь, я же верю в тебя. В тебя вся вера, на тебя смотрит полмира. Ладно, все, поехали. Епионский городовой. Ну вот мне и прилетел хейдшотик, собственно. Ну, добрый вечер. На лютому Прувичу залетаем. Опа, добрый день, добрый вечер. Оп. Прям в тылу врага мы уже непосредственно. Все, ребятки, уже разносить начинаем. Быстрее, просто прилетать. Хорошо, все. Все, мы в тылу врага, ребятки, сейчас разносить будем люто. Кого-то шлепнули. А, это враг, что ли? Что, Василий, ты что-то попутал, по-моему. Совсем уже охренел. Это враг, оказывается, был. Я отсюда даже и не понял вначале. Ну ладно, допустим. Так, вынесли одного. Вот здесь вот такие садимся. Оп, нас кто-то не видит, мы чисто на лютом. А мы потом на лютом импровиче вылетаем, и нам просто с винтовки в харю дают, и до свидания. Ладно, поехали еще раз. Так, лечение, пожалуйста, подлечите мою жопу дырявую. А то продырявили меня маленько. Так, сейчас, я вернусь в бой, Блять, ненадолго я вернулся в бой. Ладно. Ладно, допустим. Ты катки. Ох, ёпмать, что это такое? Там бомбардировка, слышите, это ковровая какая-то. Видите, вообще жизнь. Ну это рофл какой-то, ну просто чел уже с префайра меня фигарит, это чё? Так, ладно, я, короче, не хочу в эту игру играть, пойдемте в друг. Ну горю. Огнеметчик! Ладно, друзьяшки, по-моему, правда, надо идти в другую игру. Что за жесть? Огнеметчик залетел просто по-лютому с префайром. Начал хреначить нас, как он прошел? Да он опять застрял на этих рельсах, шпалах. Тебе чё, эту поговорку детскую не рассказывали? Едь ты нормально все это на танке. Чё ты... Блять, он в бревне застрял. Ну это какой-то пиздец. Вот ты, может, поедешь все таки как считаешь? Ну все таки пора уже, как будто бы, да? Как будто бы все таки вот так вот вертушечку делаешь. Да что на танке он не проходит? У тебя проходимость должна быть хотя бы какая-то. Смысл от тебя тогда? Если машина лучше, чем ты... Ай, ёпмать, ладно, здесь остановись, короче. Готов, сынок, просто снес его. Блядь, а это тоже танк, да, по-моему, стреляет сейчас? Нет? Да. Ну, без... С чего? 45-миллиметровая пушка 20К, это что вообще там, с чего? Это термоядерная винтовка опять какая-то залетела. Так, я не знаю, откуда могут враги прийти, ну, скорее всего, оттуда. Ну, что ты своей ногой мне в пятку что? Где ты? Чего?
ногами своими мне в лицо тычем, блядь. Помойся, ёб твою по голове. Что происходит? Какого противника вы хотите отметить? Я не вижу никого. Мне взрываются, я ничего не слышу, я оглох нафиг. Господи, что творится? Ой, добрый вечер. Ох ты, добрый день, товарищ, ты что-то попутал, по-моему. Так, как будто бы надо подлечиться, да, все-таки, ну, стоит. Стоит все-таки подлечиться, потому что очень жестоко. Перезарядочка лютая на лютом пруче, сейчас двигаемся. Быстрее, стрелять ты будешь сегодня, нет? Дебил. Как будто бы надо было пострелять все-таки, да, а не сидеть вот так вот, сложа руку и просто вот, и как бы... На, хорошо. Он не сдох даже с одного выстрела. Неплохо, в целом хорошая игра. То есть в хейдшотик челу прилетело со снайперской винтовки. Напоминаю, калибр 7.62, да, по-моему, там. Ну, и он как бы решил не сдохнуть. А, и еще один. Да им вообще по барабану, ты че? Голова-то чугунная. Ух ты, блядь, добрый вечер. Ты что-то перепутал, родной. Ух ты, блядь. Ну, я-то, конечно, с первой таки улетаю. Я же, видимо, слабенький, у меня чел просто. Как будто бы надо попить все-таки маленько, потому что это у меня все пересохло. Чисто волосы. Во рту какие-то волосы. Подозрительно, подозрительно. Я куда? Я в море-то зашел, просто в реку, просто ушел на дно. Я че случилось-то здесь? А че тут за потоп-то? А как его переехать? Просто чуть на дно океана не слег, вообще жесть какая-то. А куда ехать-то? Это в объезд надо ехать? Вы что, с ума сошли? А здесь реально река какая-то. Так, подожди, а как ее объехать? А, там мост, ёб твою мать, там сзади мост, пиздец. Ну, а раньше об этом нельзя было сказать, чё я как дебил еду. Что ты, вот что ты сидишь там молчишь? Вот, ну, куда ты опять-то поехал? Чё тебя на дно-то тянет? Вот раньше нельзя было мне сказать все-таки, что там как бы, ну... пропасть, там, как бы, река, надо все-таки в объезд ехать. Тут все ты сидишь, просто сидишь и смотришь. Надо было сказать. Так, вот это, по-вашему, переезд, что ли? Вы что, совсем с ума сошли? По-моему, тут то же самое. Ну, хотя нет, чуть-чуть менее глубоко. Будем надеяться, что сейчас на дно мы не сляжем. Ну, я пока еду, в принципе, можно уже не ехать, да? Мы уже проигрываем вовсю, поэтому, ну, как бы, можно просто задумчиво сидеть и, как бы, проигрывать дальше. Если мне сейчас хейдшот прилетит, я сразу из катки выйду, вот прямо официально говорю. Блять, это по мне уже достреляет. Да. Иди в жопу. Да в смысле трансмиссия уничтожена? Он с какой-то херни просто кинул меня каким-то говном. Ты издеваешься? И сразу трансмиссия уничтожена. Ладно, давайте покинем технику, хорошо. Починим трансмиссию, ёпт. Зажмите для починки. У меня еще и танк горит, чё за рофл? Да чем они в меня кидают, я не понимаю. Что это? Ладно, друзьяшки. Как выйти из этой, блядь, помойки, ёбаная, блядь? Скажите мне, пожалуйста. А, все нашел. Ладно, друзьяшки. Поехали в следующую каточку. В общем, сыграл я еще одну каточку в Unlisted и понял, что я больше не хочу в это играть. Я удалил Unlisted и поехали поиграем в War Thunder. Мазить все-таки тебе стоило, да? Ты что-то не прав маленько. Слушайте, а что так громко она орет, эта игра? Вообще жесть какой-то. Дайте я быстренько вот так вот звук сделаю, вот как будто бы вот... прям вот так вот сделаю его, то что-то вообще орет как шваль, прям невозможно. Ну сейчас мы с центра попробуем отыграть, точку Б забрать и, соответственно, победить. Надеюсь, что хотя бы здесь мы будем побеждать, а то что-то там прям с подливкой мы, соответственно, наложили. Добрый вечер. Ага, так, опачки, 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 опачки. Опа, добрый день. Добрый день. Спасибо, сынок, ты что, закрывать папу решил? Оп, сучка, ты что-то вообще-то... Так, а чё у него там? Кто жив-то? А ты хорош, слушай, вообще, молодец. А я могу ехать же ещё? Вообще замечательно.
Так, мне бы куда-то спрятаться, починиться бы маленько. Ой, извиняюсь. Ну, блядь, что ж ты делаешь-то, дебил? Я же извиняюсь. Давай едь, чё ты встал? Все, едь, давай ехать. Ну, ехать, что стоишь ты тут? Сейчас я пополнение экипажа сделаю резкое, быстрое, дерзкое. Так, кого-то шлепнули. Ага, так, ну замечательно, в целом неплохо, да, в целом неплохо, правда, это ж наши союзники, что неплохо-то, ребята, и вы что вздыхать-то начали резко, давайте, возмужайте только, да, ух, туда его домой. А, значит, по вот этой вот окружности, которую вы сейчас видите на экранах, вот там вот, едут, соответственно, товарищи-враги, да? Вот, и, соответственно, надо их приписюлить резко, дерзко, потому что иначе они приписюлят нас, правильно? Правильно, хорошая логика. Так, ладно, ну, друзьяшки, ну, я не хотел, честно, не хотел брать вот этот танк, но, друзьяшки, меня вынудили. Противники чуть совсем обнаглели, ну, тут без этого никуда, ребятки, ну, надо все-таки шлепнуть, надо шлепнуть однозначно. А, можно начать ремонт танка. Ну, давайте отремонтируется как раз пока. Пока мы перезарядимся, там уже закурить можно, уже все. Так, точку опять захватывают. Ну, сейчас мы выйдем, дадим кому-нибудь фугас в попку. И, в принципе, все будет хорошо. Так, сейчас перезарядочка сначала все-таки ждем, потому что мы можем выйти и ничего не сделать. Но, сынок, словил патрончик в попочку. Так. Опа, вот это по мою душу стреляет уже, я отъезжаю, потому что у меня нет снаряда. Так, как будто бы уже по мою душу, да, летят? Ну ладно, меня не затронуло, ну и слава богу. Так, там ездит какой-то жбарек, какой-то... Что, у меня танк с гидравликой что-то пошел танцевать. Здесь слишком весело как будто бы, да? Тут прям, ну знаете, веселье, ну типа полные штаны, прям. Что происходит, товарищи мужчины? А, все, вижу. Опа, добрый вечер. Боекомплект улетел сначала. Так, вопрос. А, все, что ли? Нет, там еще какой-то челик. Сейчас мы его приписюлим быстренько, так сказать. Оп. Пойдем. Он? Я думал, он здесь. А вот нету. Как так, непонятно, не ясно. Например, понял, где он, конечно. Но пока что мы его... А, все, его приписюлили уже, он нигде. Оп. Нормально, хорошо. Так, трансмиссию мы выбили. Он стрелять может? Ну, естественно. Опа, до свидания, улетел, родной, улетел. До встречи в ангаре, так сказать. Так, сейчас загрузка идет, подождите, да, процессор перегружен. Так. Этот чел меня тогда в прошлый раз убил. Хорошо, замечательно. Он сейчас куда смотрит? Он сейчас... А, все, он уже никуда не смотрит. Хорош, мужички. Что творите-то, а? Оп! В смысле? Оп! Тоже не понял. Теперь понял, хорошо, замечательно. Оп! Вот так вот. Оп! Не понял, в смысле, куда снаряды мои летят? Или это неуязвимость? Так, иди ты... Ладно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом прекрасном победном матче нам пора заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Все-таки мы увидимся не в прошлом ролике последний раз, а скорее всего в этом. А возможно и не в этом, возможно в следующем последний раз увидимся, но это уже посмотрим. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вам желаю хорошего нового года. Всем удачи, всем пока.